Понимаешь? Ну, я сейчас покурю. Расслабленная. Ну, я тут сейчас покурю, мне мама запрещает, понимаешь? А я посеки тут, так сказать, покуриваю. Ничего, так нормально, ты не расскажешь? Нет, конечно, не расскажу, ты чего? Бро, ну ты это самое, ты, я смотрю, ты прикинут так вот, ты, наверное, стиль жизни знаешь, да, как бы там, стиляки, вот это все, это ты. Там Да телочки, нет, наверное, ты. как мама одежду дала, так вот сколько дней уже хожу в маминой одежде. Ну, не в маминой, а точнее мама купила одежду, вот в ней хожу. Да ты чё, да ты чё, поганец, видишь, смотри, этот поганец привез машину. Ну пошли, давай, я на задок. Я на задок, так значит. Так, чё, куда едем? Куда путь держим? Ну я не знаю, куда ты там собираешься. Ты сегодня экскурсовод, ты у нас самый умный. Я, в А, ну, принципе, показал он мне, да, столько все чего. показал. А, Я что даже ты тут машину сегодня себе не на успел купить. студии? Слушай, я тебе так Киностудия. могу сказать, я здесь уже столько живу, и я тебе скажу, что я все не знаю, мне он ни разу не все не показал, а тебе уже все показал. Ну и что он тебе показал, давай, рассказывай. Подожди, Показал. подожди, здесь есть должок, остановись, чуть-чуть, дай. Сделай маленький, вот видишь, там пацаны на этом самом, пацаны на лестнице. Милф, сделай грузок. Да, давай, только тихо, никого не пугай. Ну, подъедь рабочей стороной, подъедь, говорю. Рабочей стороной подъедь, да, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Но чуть-чуть сдай назад. Чуть-чуть сдай назад. Между вот Да этим не чуваком, понадобится. короче. Между вот этим чуваком. Давай, давай. Ну чё ты, между этим чуваком, чё, не можешь проехать? Стоп, останавливайся. Смотри, сейчас что будет. Смотри. Сейчас что будет с тобой, мил. Бля, от секунды. Чё, когда настрой они ссут, они меня обычно обезжают. Ну-ка, подожди, сейчас, секундочку. Только не это самое. Чё там? Чё вы, поганцы? Там меня обзевали, я помню. Ой-ой-ой, Ты кто понял? ствол достал? Ты понял? Кто ствол достал? Кто ствол Мама достал? дорогая! Ой! Ёшкинку! Так, всё, я спрятался. Я прячусь, Допрыгались. слушай. Так а чё, где кто? А чё, где он? Это только что было. Да его, походу, пристрелили. Ты чё, попурая, да правда? Надеюсь, что нет. Зашибись. Мил, все, пал. Допрыгались. А, фух. Да, допрыгались, короче. А чё, ты лежишь, что ли, да, получается? Да, я здесь вот валяюсь. Подожди, Как я тебя так-то? не вижу. Я тебя просто не... А, допрыг... Это поднимайся, я тебе говорю, это крутые пацаны вообще. А где медики? Где медик? Надо вызывать. Нет Надо медика. вызывать. Ладно, я сейчас тебе оценю маленькую помощь. Буквально 3 секунды. Подожди, говорю. Будь на месте. Будь на месте, все. Будь маленькая Как помощь. так-то? Ну а что ты хотел вообще? Что ты хотел? Это ж не шутки, ты понимаешь. Так, подожди. Надо осуществить. Сейчас. Ой. Как такое произошло вообще? Непонятно. Зачем мы вообще Непонятно. на них нарвались, непонятно. Так, А подожди. тебе вот надо было на них на нарваться, скажи, Марк. Так, подожди, ты встал, ты уже ходишь, что ли? Я тебе хотел Да, уже пристрелить. нормально. А как ты отличился? Как ты Вот вылечился? так вот. Я А ты не вести понял. машину сможешь? Естественно. Пойдем. А тебе вообще нормально, да, с пулевым ранением? Нормально. Калачик курс, нормально. Ладно, какие у нас были планы? Зато это самое, Киностудия. зато мы сделали хорошее дело. Меня в тот раз вот здесь очень вот сильно обзевали, Зато понимаешь? вечером не нужно будет сидеть 2 часа в одном месте.
Ну они будут знать теперь, понимаешь? У тебя лобовуха прострелена. Давай, давай отремонтируемся, то нас примут. Подъедь где-нибудь, вызови механика. Фары нету, Милф. Ну это вообще. Не камильфо, так сказать. Бро, выходи. Выходи, расслабься, покурим. Постой, отдохни, так сказать. Такое произошло, как тут? Да все произошло. Они меня тогда обзевали. Я решил использовать момент, когда со мной два терминатора. Когда со мной два терминатора, я всегда так себя веду, понимаешь? Надо было, так сказать, показать, где Кузькина мама. Знаешь такую маму, где Кузькина мама? Я им показал. Ну, да хорошо, всё. Значит, больше обижать уже не будут. Да ты же, ну ты же видел все это самое. Но больше всех досталось, конечно, Мильфу. Миль, тебе нормально было? Ну вот, видишь. Галакус, не без обид, да, как бы, без обид. Да нормально, нормально все, да. Так, давайте, ну садитесь, чудом, погнали, чудом дальше. Ну поехали, там, поехали, вы куда нас? Типа ты что там? Сигарету пришлось выкинуть, ну ладно. Ну ладно, да, ну ладно. Блин, чего назад едет-то? Вот и какие-то неадекватные, да? Да? Мне страшно, слушай, если да, честно. Слушай, если там, короче, чувак один залетел, муслим, давай-ка его встретим. О, это твой его дом? Встретим? Ладно. Это твой дом, подожди. Не-не-не. Это где? Это кино этот. Я, киноиндустрия. Давай встретим муслима, подожди. У тебя бенза есть, нормально? Все, окей, поехали. Давай, поехали, да. Муслим. Да, бенза нормально. Давай, сейчас встретим. Поехали. Я пока это самое, пипсиколки, такое. Сейчас. Давай. Значит, так, пипси, сейчас там. Я по GPS навигатор сделаю. Ой, значит, виски, кока. Да, ребята, да. С вами не пропадется. Я могу даже называть от вас... Мильф, а ты мне скажи, ты пристегиваешься, вот 150 ты разгоняешься, куда ты так летишь? Да. Ты куда летаешь? Не могу понять. Ты скоростной режим города знаешь? Третий человека. Мама да помогает, Мильф. Да он просто рискует. Я тебе сколько раз говорил, сколько раз мы попадали из-за тебя в такие происшествия, мама дорогая. Ладно бы ты сам бы ехал. Я даже боюсь спрашивать, в какие. Так ты представь, ладно бы он сам ехал. Ну, понимаешь, он везет ценный груз. Сейчас мы, подожди, чуваки. Ну давайте, вот выходим. Вот этот чувак новенький, я так понимаю. Вот. Я точно таким же заехал, вот просто. Да. Ой, что-то моя шляпа слетела, не знаю даже куда. Вот он опять летит 150... А, вот, вернулась. Чувак, ты нас слышишь? Какая-то. Подождите, ребят. Чувак, ты нас слышишь? Смотри. Если ты слышишь, напиши в чате. Я не могу понять. Ты сюда стучишься несколько и раз. И стучат уже на Т. А вот. Нажми на Т. Не, ну это понятно, что пис. Я хочу понять вообще на самом деле. Да не слышишь по-любому. По-любому не слышишь. А инвентарь можно как-то открыть? Ой. Да, на F2. Это... Да, на F2 нажимаешь, прилег. У тебя там... И что-то. Ты чё там лежишь? А, я полежать решил. Ты успел, да? Да. Ты должен что-то там в бардачке унюхать. Ты слышишь? Это самое. Мы как бы здесь РП проект. Я вот просто не понимаю. У тебя микрофона нету, я так понимаю. Нас слышно сейчас. Да нет, нас слышно. Нет, нас слышно. Он нас не слышит. Не, ну это понятно, что мы слышим. Походу голосовой чат не включен. А вы мне не поможете встать? А что с тобой? Ты опять попал в передрягу? У тебя есть образование?
этого самого. Образования нет, нету, есть только у Ярослава. А ты куда он? Куда он пропал? Ты не нажимай там на Е. А, все. А как ты его лечишь, ты скажи? Это не я влечу, это он сам что-то как сороконожка двигается, я ничего не делаю. А я не знаю вообще, как тут встать. Ноги отказали просто. Ну подожди, на У нажми. Зачем ты нажимаешь все кнопки? Ну, ты же спроси, как это все делать. На У нажми или на Г русская? Ё-моё. О, все. Ой, я что-то не понятно, что я делал. Что это было, так сказать? А, смотри, тут разные менюшки есть. Ну все, все, понравилось, да? Да вот ты бежишь и... Это для отыгрывания. Под машину вот так подлетаешь, а потом страховку просишь. Ребята, давайте разберемся. Я так понимаю, что наш друг, я не понимаю, он здесь? Нет, он отлетел, да, опять? Не-не-не, он уже отлетел, да. Он отлетел. Ну ладно, чё? Раз у него такие... Он уже стучится. Слышишь, сюда, Боря? Да, несколько раз. Чё? А вот смотри, вот как, вот я хочу вот себе вот вторую машину, вот Porsche 911 Turbo S, как его добавить? Смотри, у нас есть, ты же знаешь, что в городе находится человек, у него есть соответствующее образование добавлять машину. Это автодилер. А,